Я приветствую всех зрителей моего видеоканала. Я сегодня сижу, как девушка с персиками, только я девушка с любрикантами. И любриканты это от Aeroshop. Не простой, а золотой, потому что он L-аргининовый. Прежде чем рассказать, для чего нужен этот золотой любрикант, хочу вам рассказать, для чего нужен любрикант вообще, друзья мои. Любрикант придумали для того, чтобы его им смазывать вход во влагалище перед сексом. И очень многие мужчины страдают от такого стереотипа, что если от их манипуляций, от их действий, от их пенетрации и фрикционных движений во влагалище в течение 40 минут женщина не потекла половодной рекой, расточая смазку, значит, они не мачи, значит, они плохо женщину возбуждают и так далее. А на самом деле, правда жизни такова, что со смазкой у женщин иногда не все так хорошо. Она может быть и готова к сексу, и морально, и физически, и хотеть, и даже жаждать. Но смазка в течение однообразных движений, а фрикционные движения в течение многих минут, они, согласитесь, довольно однообразные. Иногда куда-то исчезает, и надо восполнять. И для этого у грамотного, ответственного и заботящегося о себе своей партнерши мужчины всегда должна быть приныкана хорошая смазочка. А что может быть лучше смазки, содержащей L-аргинин? Ну-ка, кто знает, для чего нам нужен L-аргинин? Для чего все спортсмены пьют его ложками? Для чего мы его назначаем в клинике лечения мужского бесплодия для улучшения качества спермы? Для чего? Аргинин повышает мужскую силу. Ваша женщина будет кричать от оргазма. Ваша женщина будет постоянно увлажнена, готова. Вы будете скользить по ней, как по маслу, и придете в феерический экстаз. А дальше что? Аргинин втертый, так сказать, непосредственно в место воздействия, в половой член, приводит к тому, что эрекция не пропадает даже после полового акта. И в сочетании с, вот как бы смешиваясь со смазкой жены, вот все те положительные качества, плюс сам L-аргинин на пенисе, приводит к тому, что и отсроченное действие, например, утренняя эрекция, также крепче с L-аргинином. А для чего нужна мужику утренняя эрекция? Правильно, чтобы целый день его эго было на высоте, точно так же, как утром был его член. А теперь пока.